Лето. Самое время для веселья на открытом воздухе. Видимо, так решили звезды российского шоу-биза и объединились, чтобы устроить масштабный фест для детей в одном из столичных парков. Что из этого вышло? Настя Макоста в курсе. Наверняка вы слышали о конкурсе Energizer Kids Dance. Детки со всей страны отсылают свои конкурсные работы, видео, в которых они показывают свои танцевальные способности. Работы отсматривает компетентное жюри. Оно состоит из Мити Фомина, Влада Соколовского, Евгения Папунышвили и Кристиана Костова. И победители выступают на финальном концерте проекта. Главный приз – участие в клипе вместе со звездными судьями. Почему ты решила принимать участие в этом конкурсе? Ну, потому что я очень люблю танцы. Я 6 лет занимаюсь хореографией. Я все повторяла свои танцы, слушала музыку и надеялась, что выиграю. Звезды признаются, самым сложным для них был этап отбора. Все детки достойны победы. Очень сложно было выбирать, потому что много было заявок, много видео, много танцев. Это, знаете, такой для меня, я лучше 10 тысяч раз танцую, проведу что-то, чем буду в жюри. Для меня это всегда очень эмоционально, сложно. Ну, конечно, сложно. Они все хорошие. Каждый, всех хочется вот так взять, и чтобы мы все вместе вышли на сцену. И вот он, долгожданный для всех участников момент. Съемки клипа на сцене прямо во время концерта. Ждем ролик на всех экранах страны. Настя Макоста, Макс Власов, про новости.